7 по 8 ноября в городе выпало 5,3 мм осадков. Это примерно 10 сантиметров снежного покрова. На ликвидацию завалов в первый же день были брошены 34 единицы техники. Это полный арсенал автопарка ДСУ. По ночам работала 21 машина. На помощь дорожникам в этот раз пришла оттепель. Температура в плюс 6 градусов справлялась с заносами не хуже грейдеров, снабженных щетками и ковшами. На данный момент уже расчищены основные магистрали города. Сегодня убираются тротуары и местные проезды. Естественно, то, что мы обновили автопарк, это очень позитивно складывается на работе ДСУ, потому что техника уже техника современная, и с ней гораздо легче работать. Мы работаем в данный момент в круглосуточном режиме, и в таком же режиме планируем работать. То есть со снегом мы справимся.